Николай Расторгуев объяснил, что такое настоящий патриотизм. 65-летний Николай Расторгуев признался, что ему наплевать на Пугачеву и многочисленных ее последователей. Более того, как считает бессменный лидер группы Любэ, для россиян отъезд этой публики – очень хорошая новость. Такие люди были и будут всегда. У них другое мировоззрение и другие ценности. И это нормально. Они уезжают из страны и, слава Богу, очищаются наши края. Идет самоочищение организма. Наверное, это очень хорошо, сказал Николай Расторгуев. Соответствующее заявление артист сделал в субботу в Мурманске, где прошел концерт в поддержку внутреннего туризма. Помимо группы Любэ, перед горожанами выступили коллективы «Корни», «Город 312», а также «Виктория Дайнек». Как заявил Николай Расторгуев, этот тур был подготовлен для всех людей нашей необъятной родины, патриотизм у которых в душе. «Мы родились уже патриотами, но нельзя постоянно мусолить такие понятия. Они очень дорогостоящие, как любовь. Не надо об этом говорить все время, иначе теряется ценность», рассуждает Николай Расторгуев. Всем удачи!